Приветствую всех, Одесса на связи, 22 марта 2024 года. Буквально только что по Одесской области был нанесен ракетный удар баллистикой. Пуски, я так понимаю, были с Крыма. В 18.10 у нас объявили воздушную тревогу, и уже в 18.12 раздались сильные взрывы. Вот. По информации, которая известна, сообщают о том, что в области прилет, судя по всему, удар был где-то в районе Южного. Местные паблики, наши мониторинговые каналы уже публикуют видео, не фотографии, как в небо поднимается клубы черного дыма. Вот куда был нанесен удар, пока что информация не уточняется, и отбоя тревоги не было, поэтому могут быть дополнительные пуски и могут быть еще взрывы. Вот. Поэтому советую всем пройти в укрытие, находиться в безопасном месте, пока есть такая возможность, пока, скажем так, ничего не летит. Летают у нас сегодня тоже разведка, выискивают новые цели для нанесения ударов. Не исключено, что сейчас вечером еще и шахеды полетят. Короче говоря, обстановка максимально тревожная. Каждый день что-то происходит. Вот. Неспокойно у нас. Света нет в Одессе, было отключение. Вот. Причем отключения уже экстренные, то у нас графики были. А сейчас снова отключили свет. Вот. И когда включат, неизвестно. Серьезные проблемы со светом. Такая вот обстановка. Подписывайтесь на канал Всемирного Неба. До встречи, пока.